Привет, друзья! Вот и началась выставка в Мюнхене High-End аудиотехники. Она произвела двоякое впечатление. Ну, во-первых, я устал довольно, потому что она действительно большая, и хочется посетить как можно больше павильонов, бусов так называемых. А двоякое впечатление, с одной стороны, ничего нового, как бы кардинально нового, революционного я не увидел. Все эксплуатируют прежние достижения. А многих уже нет, они недолетчики, типа Брунистер, к сожалению, Дитрих ушел от нас. И его имя эксплуатируют, как и Пола Клипша эксплуатируют люди, которые далеки от этой идеи. Ну ничего, посмотрим. Так или иначе, прогресс двигается, и появляются новые модели, появляются довольно неожиданно. Вот, например, на стенде Торренса я увидел колонки. Удивительное дело. Колонки у Торренса. Ну, покажу вам, как вам понравится. Я не знаю, но менеджер, который мне их показывал, был явно восхищен этим произведением искусства. Ну, таким образом, выпуски я буду строить, как меня просили здесь в комментариях. Идешь, снимаешь, показываешь. Иду, зайду в бус, покажу, что в нем демонстрируют. Может быть, прокомментирую и не буду углубляться. Я хотел брать интервью, но здесь очень шумно. И боюсь, что сумбурно, шумно, все заняты, все в эксаре, в таком возбужденном состоянии. Такие дела, друзья мои, до связи. Попробую выпуск сегодня собрать первый.